Ну и остается выступить еще одной команде. Это сборная Украины. Бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата мира, обладатели многочисленных медалей в этом сезоне. Вот именно с этим упражнением, которое сейчас украинки представят, и на Гран-при в Киеве они были первыми, и в ТИЕ тоже первое место. В Пьезеро это уже Кубок мира. Вторая позиция — София, Кубок мира. Победительница — Ташкент, второе место. Баку. Третья позиция — Европейские игры, второе место. Поэтому я думаю, что у Украины есть все шансы сначала войти в финал в упражнении с вручами и булавами, но потом уже бороться за медали в этом финале. Как-то так неожиданностью стал для Украины вызов на ковер. Что-то там девочки еще решали свои какие-то вопросы за кулисами. Года, когда сборная Беларуси выступала тоже под полиро, и тоже было такое же сочетание предметов, обручи и булавы. Китаянок поздравляем с выходом во второй финал. Седьмой результат у них, и даже если Украина обойдет, то все равно Китай будет в финале. Но Украине остается дожидаться только своей оценки.
красиво Украина, конечно, смотрится на ковре. Ну, хотя вот здесь вот какие-то пошли небольшие заминки, но они не фатальные, но потери были. И поэтому не досчитается Украина тех десятых баллов, которые, конечно, хотелось бы им иметь себе в плюс. Но еще не все потеряно, пока оценка не выставлена, шансы остаются. У нас небольшая пауза, после нее мы вернемся и как раз узнаем оценку Украины.